Послушай меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Так надо. Этот человек, он другой. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. Мне жаль. Может, однажды ты все поймешь. Сорок седьмой? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я ценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но это работа не для молота, а для скальпеля. Детали роли не играют. Вот именно. Удачи, 47-й. Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам, невредимой. Сэр? Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса. Если верить Бенджамину Трэвису, Диана Бёрнвуд совершила измену, забрав с собой ценный ресурс. Девушку по имени Виктория. Я должен устранить Диану и вернуть девушку. От себя. Диана спасла мне жизнь. Повод для ее устранения серьезный, но я не рад этому поручению. Впредь я буду упоминать ее как цель. Я не должен вовлекаться в это эмоционально. Зовущая силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Подойдите к укрытию прямо перед вами. Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Бросьте гаечный ключ в ведра, чтобы отвлечь охранника. Прекрасно. Проходите, пока охранник отвлекся.
Есть тут кто? Ты меня слышишь? Цельтесь в голову. Чтобы повысить точность стрельбы, стабилизируйте прицел. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Используйте струну из оптоволокна, чтобы бесшумно устранить охранника впереди. Чистое убийство. Обратите внимание, струна позволяет сразу оттащить тело в сторону. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье, позволяют ему подмечать все, что его окружает. Обратите внимание на охранников в саду. По идее, мы не знаем про его расстройство. Хэнк, он старой закалки. Не из тех, кто выносит ссор из СБИ. Не бойся, я настоящий дипломат. Вас вот-вот заметят. Индикатор внимания показывает, в каком направлении находится угроза. Постарайтесь уйти незаметно. Отвлечение, точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Эй, даже не думай об этом. Я серьезно. Эта работа последняя, что дает ему серьезность. Не говори, мистер. Да, конечно. Мой рот на замке. Пойду проверю периметр. Прекрасно. Проходите, пока охранник отвлекся. Раненый. Оставайтесь на Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Просто смертная. Но зато хоть сервис хороший. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Выберите цель. Теперь бросайте. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы.
Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. При входе в оранжерею вы подойдете близко к охраннику. Он заподозрит вас, но вы можете обмануть его с помощью инстинкта. Обманите охранника. Используйте инстинкт, пока не окажетесь внутри и в безопасности. Садовники впереди вас не заподозрят, но вам следует остерегаться охранников. Слушай, я не знаю насчет тебя, но я как-то не привык. Из-за чего вообще все это? Кто эта женщина? Прости, понятия не имею. Я ее только один раз видел издалека. И для она гостей красивая. Но у нее глаза такие... Странно, да? А Филиппа говорит, тебе, что видел ребенка. Я просто делаю, просто что... Кто это? Сила инстинкта на исходе. Ну, что скажешь, оно... Отлично. Просто отлично. Я убью этих шутов-ремонтников. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Пошли проверим причину. Охранники заняты. Вы можете убить их или прокрасться мимо. Выбор за вами. Не убивать случайных свидетелей – путь благородный, но очень трудный. Тем не менее, это путь бесшумного убийцы, который не привлекает к себе внимания и не оставляет следов. Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд, а Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Кстати, вы уверены? У меня нет рака простаты. Дайте я вас расцелую. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Оглушите его или убейте. Выбор за вами. В любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Ищите маскировку. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Охранник усадьбы заподозрил вас.
Используйте инстинкт, чтобы обмануть его, и отойдите. Ну так погнали. Главный не любит повторять дважды. Правильно. Скоро спустится. Девочка в своей комнате и в ближайшее время останется там. Для тех из вас, кто не знаком с процедурой, я лично представлю телохранителей каждому клиенту с 6-часовыми сменами. И вы ни при каких условиях не... в течение своей смены. Любое нарушение процедуры... Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Значит, ты вчера к ней был приставлен, да? Ты говорил с девчонкой? Не знаю. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Усадьбу людей, не получивших разрешения лично у меня или моих замов. Проследить. Эй! Кто открыл ставни? Мы здесь как на ладони. Забудь о воскресном пикнике. Контейнер переполнен. Здесь больше нельзя ни спрятать еще одно тело, ни укрыться самому. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Если верить Бенджамину Трэвису, подхожу к цели. Отлично, 47-й. Запомните, Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс, все, за что мы боремся. Она слишком опасна, ее нельзя оставлять живых. Думайте об этом, нажимая курок. Седьмой. Сорок седьмой, докладывайте.
Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу. Даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт! Здесь что-то не так. Ты слабеешь. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо. Беги вместе с девочкой, пока Трэвис не догадался. Она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Я обещаю. Бег вызывает много шума и может насторожить врагов. Агент 47 может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Фатальный урон. Наводитесь на следующего врага. Фатальный урон. Все враги... Ты знаешь, кто я такой. Я все знаю. Она мертва, да? Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Садись. Поехали. Зачем ты нужна агентству? Я не знаю. Может, потому что я... Диана сделала это ради тебя. Зачем? Пожалуйста, она была моим другом. Она забрала меня от врачей. Расскажи мне об этих врачах. Я не знаю. Все было как в тумане. Как дурной сон. Зачем? Это важно. Сэр, тут никого нет. Кажется, наш объект сбежал. Черт побери! Этого я и боялся! Брось на это дело всех агентов, слышишь, Джейд? Найдите мне этого 47-го!